Валерий Майоров. Имя этого человека знает каждый уважающий себя журналист. Не только в Рязани, но и далеко за ее пределами. Актер, режиссер, автор программ, руководитель множества проектов. На его опыт и знания сегодня опираются все, без исключения, представители средств массовой информации. Валерий Майоров – человек-легенда. Весьма примечательно, что именно сегодня, в День российской печати, на стене 11-й школы, любимой и родной для Валерия Евгеньевича, появилась мемориальная доска, посвященная мэтру журналистики. Валерий Майоров для нас, для всех, это эпоха. Это эпоха в рязанской журналистике и особенно в тележурналистике. Своим талантом он заряжал, он заражал, он пробуждал интерес к профессии очень у многих молодых людей. И это сделало свое дело. Появлялись и сейчас появляются новые талантливые люди, приходят в профессию, в том числе благодаря тому, что Валерий Майоров был в нашей жизни. Здесь собрались люди, которые не подолгу, а по зову сердца пришли, чтобы вспомнить о человеке, о легенде, о Валерии Евгеньевиче Майорове. Это, для меня это целый космос, потому что ему Господь дал дар. И за что бы он ни брался, у него все получалось. Человек мудрый, человек правильный. Человек, который действительно мог дать совет, поделиться своими мыслями, и эти мысли потом превращались в что-то позитивное. На церемонии открытия доски присутствовали коллеги Валерия Майорова, журналисты, общественные деятели, представители власти. Совершенно разные люди. Бок о бок они шли по жизни, советовались, поддерживали друг друга. Он заряжал именно как раз своей энергией. И, может быть, даже не впрямую говорил, делай то-то, 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 а просто показывал, что можно даже в маленьком провинциальном городе быть творческой личностью и самореализованной личностью. Мысль очень грамотная, что именно на его школе была повешена доска, потому что это хороший пример ребятишкам, которые здесь учатся, вот, во-первых. А во-вторых, школы у нас, в отличие от зданий, не переименовывают свой профиль, не меняют. Школа всегда будет школой, эта доска будет висеть. Вообще, мне кажется, идея очень хорошая. В данном случае доска, висящая на школе, она показывает и статус учебного заведения, с одной стороны, а с другой стороны, сюда можно приехать, посмотреть на его фотографии, посмотреть на его доску и вспомнить о нем. Это очень здорово. Открытие мемориальной доски было лишь вопросом времени. В том, что имя мэтра журналистики будет увековечено, сомнений ни у кого не возникало. Валерия Майорова можно назвать настоящим героем нашего времени. И это не громкие слова. Журналистское сообщество благодарно ему за то огромное наследие, которое он оставил после себя.